О, я слышу, как кто-то топает. О, у нас тут Эннард. Давай, Эннард, ищи. Ты меня видишь, я чью-то модель когда заметил. Ага, нашли. Боже, я так испугался, как никогда. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Серега, Банкоман. Привет! Хорю-хорю! Сегодня у нас очень классная и долгожданная рубрика, потому что будем записывать прятки. Сегодня нас будет искать Серега, который взял монстра Хендерсона и может очень круто снимать свою бошку. И теперь кушайте, приятного аппетита! Карта Майнкрафт, режим прятки, погнали! У тебя тоже небо черное? Нет, нормальное. Обычное небо? Да. Это у меня, наверное, черное. Потому что черный этот черный башмак, конченый башмак. Черный плащ. Лично наблюдаю, он походу ко мне идет. Надо, короче, с Half-Life вот улетающую штуку брать и Серегу слепить, фотографировать. Так, а где он пошел? Серега, я тебе даю подсказку. Нахожусь в доме, в центре дома нахожусь. А ты, Серега, где? А я в каком-то подземелье сейчас. Опа, это мне уже не нравится. Мне тоже, я... Хватит дезориентировать меня, Димас. Нет, так я ж не говорю, что я там. Мне просто это не нравится. Такой, знаешь, нашел? Нашел? Да. Я так и знал, что кого-то найдут там. Я взял его и пачам ему дал. Я просто подумал, что там будет лучше, но нет. Угу. Но там ты спалился, твои глаза светились. Я вообще блин, под блоками спрятаться. Надо ничего было мне это очком повернуться, я что-то завтыкал. Вообще офигенную нычку нашел. О, вижу Серегу, он ломает карту. Ты чё, псих? Не ломай, люди строили. Пиксона убил какого-то. О, уже двоих ты убил? Да. Так. Получается, четвертый и пятый это буду я. Кого я убил, берите это, ну, кого угодно. И погнали. Давайте. Я везунчик, я выживаю постоянно, да, всех догоняю. Ну, уже двух убил. Так. Блин, лабиринт, а что ты по лабиринту лындаешь? Чтоб ты спросил, хватит меня дезинформировать. Нет, его. Серьезно, я не в лабиринте. Сразу говорю, чтоб ты время не тратил свое. Опа, за край карты. А нельзя за край карты вылететь? А нельзя. Эй, ты в очко какое-то спрыгнул. Вылазь с пещеры. Опа. Это мне не нравится. Я походу знаю, где один из засранец. Да почему ты так говоришь? Я реально не нравится, что ты тут ходишь. Ищу тебя. Когда будешь сдаваться, я тебе дам подсказки. Посмотрим, где Димас сидит. В одной из башенок, может быть. Нет, это подсказка, это неправильная подсказка. Ребят, проверяйте башенки вот сами. Может быть, он тут. Я лучше проверю один из лабиринтов, потому что они могут быть там. Проверь, давай проверь пока лабиринты. А я проверю, ну, эту замок, а кто-то башенки пусть проверит. А я летаю, смотрю и слушаю, как вы обсуждаете, как меня найти. Но эта тактика не рабочая. О, я слышу, как кто-то топает. О, у нас тут Эннард. Давай, Эннард, ищи. Ты меня видишь, я чью-то модель когда заметил. Ага, нашли. Боже, я так испугался, как никогда. Если б не мои глаза, ты б меня не нашел бы, да? Ну чё, пацаны, идемте искать того челепиздрика. Поржи мне еще. Он в замке где-то здесь был. Он это... Человек-паук, Спайдермен вонючий. Так, погнали. Где-то здесь, да, говоришь? Я знаю, где он. Я знаю, где. Где? О, убил? Хорош. Все. Серега, давайте прячьтесь. Теперь я буду вас искать. Давай, счет. Я разозлился. Пацаны запрятались, а марионетка выдвинулась. Серега, я знаю твою психологию, я даже знаю, где ты обычно ныкаешься. Где же?
Диксент есть. Первый есть. Это было очень просто. Если ты меня найдешь, я уже подготовился. Во все до зубов вооружен. Так, я возьму аниматроника, который бьет не на расстоянии, надо прицелиться. Моего любимчика возьмем. Маленького пердушку. Так, давайте сразу тпхнемся в помещение, потому что я знаю, что Серега тут. Так, Сережка, зная тебя, ты сидишь в катакомбах. Не-е-е. А хотя да, там сижу. Твоя отмазка не сработает. Я там сижу. Давай. Я жду тебя, я тут мин наставил куча. А, надо ориентироваться, где мины, там и ты? Да. Хорошо. Зря ты это сказал. Ой. Я невидимый к тебе подбираюсь, говори свои последние слова. Хочу пиццы. Так, давайте здесь посмотрим. Тут. О, тут башка на столе. Башка голова. Это я бегаю. Да я бегу. Уйди отсюда. Чё ты сюда пришел? Слышу. Так, Серёж. Ой, это мой челик. Ой, я запрыгнул. Отлично. Мне страшно. Не ссы. Я так 100 раз сделал. Серега, слышно? Около меня ходят два типа странных из-за этого. Серега, может ты заныкался, где я? Ты вообще знал, где я заныкался или нет? Не знаю, где ты заныкался, Димас. Надо проверить. Так, а где я заныкался, я уже не помню. Я такие ночи находил. Взял фонтан, прибежал, я такой, вали отсюда, ты меня палишь. Взял, сел рядом со мной, сидит. А нельзя ж тогда? Ну блин. Ну я не знаю, но у него большой скин, ты его сразу запалишь. А, ну конечно. Только если бы мне еще найти вас. Давай, ищи. Найду каким-то образом, чудом. Читер. Так, сейчас так, опять так, ВХ так. Подрубит. А я не знаю, как ВХ подрубать. О, скажи как. Прописываешь на английском я тюбой слэш. Ну где ты? Так я не могу тебя найти. Я уже все этажи обыскал, я ж по очереди. Каждый этаж обыскаю, ну я тебя найду. Слышу запах говна. Это ты опять издаешь этот запах. Это было страшно, меня кто-то прошел. Да? Мы сейчас не только мимо тебя пройдем. Так, а выше что, крыша только? О, давайте отсюда почекаем. Рили, он тут-то. О, я возьму сейчас, который бьет на расстояние. Это мой киндафурик, выше левел. Сейчас. Погнали. Псих выдвинулся. Серега, готовься, тебе не поможет ничего. Бьет на расстоянии всех. Есть фонтан. Фонтана уже убили? Так, конечно, сейчас мы и Серегу убьем. Раз фонтан возле Сереги был. Серега, я иду. А, ну меня забили, хорошо. Диксон есть, фонтан есть, извините, пацаны, обстоятельства. Так, я могу тпхаться? Остался я. Нет, Серега еще остался. Ну и я тогда еще. Вы, Серега, вместе остались. Да. Так, надо Сереге последнее желание загадывать, наверное. А, камера стоит. Нет, показалось. Не камера. Так, оббегаем по радиусу карту. Всю. Есть банка-банк. А, нашел все-таки. Конечно, а ты что думал? Я же псих. Кастрюлю нашел. Нашел кастрюлю. Да, в кастрюлю. Иди вари пельмени. Хорошо. Я очень быстро ускоряюсь. Тебя пельмени. Давай, а быстро. Потом, пельмени с тебя, а потом пельмени, а потом пельмени. Вот тут Серега. Я знаю, где Серега. Серега где-то сидит в домиках. Так. Пока выход найдешь. Сережка, бегу. Не расстраивайся.
Самое главное, он сидит, наверное, на видном месте ищи где-то. Меня, ищи. Ты на видном месте, да, сидишь? Нет. Ты выше земли или ниже земли? Серёж. Ниже земли. Ниже земли. А что ниже земли? Я походу знаю, что, где он. Вот здесь, вот в этих комнатках. Ну вот где я был, это может тоже там быть. Так, 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 так. Может быть, а может и не быть. Вот тут вот. Я вижу алмазную руду, железную руду, золотую руду. Все, 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 Серега, не продолжай. Я знаю, где ты. Но это не факт, что он может быть там. Там, 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 там. Книжные... еще книжные полки. О, завалил кого-то Димас. Ах, есть! Говно. А что ж ты ничего не взорвал? Где ж твои бомбы конченые? Представляете, я там запрятался и Серега. Ха, так вообще не видно. Хорошая ночь. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите по ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!